Освещенных сельских улиц станет больше. В Емикском сельсовете проводят свет сразу в трех населенных пунктах. Электрики восстанавливают существующие линии, а старые фонари меняют на энергосберегающие. Светло станет на 6 улицах в Емике, Верхнем Емике и Нижнем. Местная администрация выиграла на это 1 700 000 рублей по республиканской программе энергосбережения. Ранее на ее же средства смогли провести уличное освещение в Печеголе и Харое, которые также входят в данный сельский округ. Власти надеются еще получить деньги из бюджета и полностью вывести села из тьмы. В октябре месяце же снова будет прием заявок, и Имийский сельсовет обязательно будет участвовать. Надо освещать улицы, как-то и требования времени, и это и безопасность дорожного движения, и безопасность наших жителей.